трех населенных пунктах Касталовского района приступили к строительству внутрипоселковых дорог. Конкурсные процедуры позади, и теперь подрядчики поставляют к объектам технику и необходимые материалы. В прошлом году капитально отремонтировали отрезок от главной дороги до села Бостандак. Теперь пришло время построить внутрипоселковые пути. Речь, в частности, идет о возведении полотна протяженностью свыше 3 километров. Впрочем, работы будут вестись и на других участках, поскольку есть несколько переходящих проектов. В частности, речь идет об 11 улицах в райцентре и 8 улицах в Жалпактале, где сейчас решают вопрос финансирования. Между тем, срок одобренной ПСД истекает. Планируем закончить в следующем году в марте, поэтому уже сейчас хотим внести некоторые коррективы. Сейчас в райцентре работают проектировщики из Кызылорды. Они делают замеры, пересматривают проекты. До конца года их доработают. Цифры пересмотрим и хотим подготовить проекты до следующего года. Есть в районе и другие проекты, которые нуждаются в одобрении и финансировании. Правда, есть один нюанс. Так, в районе проблемой является поставка асфальта. С областного центра везти его сюда – это серьезная логистика. Для решения этого вопроса в районе планируют запустить небольшой асфальтный завод. В этом году в поселке Бостандык компания «Жайык-Сити» будет проводить дорожные работы и собираются возвести асфальтный завод у нас в районе. Завод по производству асфальта закроет целый ряд неудобств дорожным компаниям. По словам специалистов, во-первых, не будет уходить так много времени на транспортировку, а во-вторых, улучшится качество дорог. Алексей Кочемасов, Талгат Муратбаев, Кылбек Акрап, телеканал Акжаик.